Сегодня посетим выставку «Сказочный лес» экзотических насекомых, бабочек. Посмотрим. Так. Вот Алена нам расскажет. Алена нам расскажет, сейчас вкратце пройдемся, посмотрим. Да. У нас можно приобрести сувенирную продукцию из настоящих сушеных бабочек. Также у нас есть замечательные фотозоны, на которых можно сфотографироваться. И некоторых жителей я вам могу показать, достать. Здесь у нас есть ящерка, это пятнистый углефарчик. Ящерка из семейства гекконовых. Эта ящерка очень интересна тем, что хвостик она свой не отбрасывает, хвостики не накапливаются питательные вещества. С ней можно сфотографироваться и подержать на ручках. Также из наших жителей можно сфотографироваться с змейкой. Это маисовый полос или красная крысиная змея. Вообще вырастают они до 1,5 метров, они не ядовитые, это наши ужики. Мы любим базировать даже иногда. Это наши ужики, только мексиканские. Они живут в Мексике. Очень приятно на ощупь, их можно подержать сфотографировать. И сфотографировать. Да, конечно, в наших фотозонах с нашей малышом. И также о других животных мы всегда рассказываем, показываем. И пойдемте, я вам покажу наш мир бабочек. Здесь у нас живут бабочки. Допустим, бабочка-сова, одна из самых крупных бабочек. Да, питаются они апельсинками. Можно ее взять прямо на ручки, с ней сфотографироваться. Также мы рассказываем о всех наших жителях, бабочках. Она его прям ест, что ли? Да, она хоботком протыкает апельсинку вот они тут. И кушает. Это тоже бабочка-сова, но она уже... живет долгое время. Понятно. Вообще бабочки живут очень мало времени, поэтому ждем вас у нас на выставке. Приходите, будем рады видеть вас. Так, все приходим. Ой-ой-ой. Малыш мой, давай забирай. Вот еще такой у нас паук там. Сейчас его достанем. Да, вот такой паук. Вообще все пауки являются ядовитые, даже домашние. Это один из самых крупных видов пауков, которого можно даже подержать на ручку. Нет, на я ручках. Не хочу. Да. А у него лицо там, сейчас я... Вот у него лицо с этой стороны. Ну, может, не стоит подойти лучше? Это паук у Осидора. Спит еще или нет? Нет. А, он что? Просто я его взяла, ему вот дискомфорт был. Ага, боится? Ну, он любит ручки, а не любит на коряшке. Ага. Он у нас любит ручки. Понятно. Ну, не меня. Понятно. Так как мы с ней две женщины, мы с ней немножко не уживаемся. А, самка. Самка, да. Так, вот такая выставка. До свидания. До свидания. Пока.